Так, всем привет. Компания Sony собрала вашу статистику игр за 2019 год. Всем, кому интересно, могут перейти по ссылке, которую я оставлю в описании, и посмотреть свою статистику, сколько вы наиграли, сколько всего. Плюсом в конце этой статистики будет оставлен код на получение дополнительной темы, которую я еще, кстати говоря, не посмотрел, для PlayStation 4 и различных аватаров. В общем-то, ваши любимые игры, ну, что-то подобное уже делалось ранее. И сейчас у них в новом оформлении. Вот на примере своей статистики, вот Ritter 4 семерки, итоги за 2019 год. Так, посмотрите, чего вы достигли за этот год. Вот, пожалуйста, то есть вы играли... Я даже не представлял, что так много игрушек-то выиграл, аж 200 с лишним. Ну, во многом это благодаря то, что, наверное, аккаунтами другими еще пользовался и так далее. Так, ваши лучшие игры. Ну, Uncharted, конечно, не в конкуренции, аж 900 часов. Это что у нас получается-то? Ой, много это получается. Так, значит... Даже в Гвинт я столько наиграл. Жалко, что закрыли на PS4. Assassin's Creed Odyssey. Ну, вот, что бы не подумал бы, так вот это. Ну, я, конечно, много играл, но не думал, что настолько. Так, ваш любимый жанр. Так, это у нас боевики, приключения. 68 игр. Это вот из раздела, я так понимаю, боевики, приключения. Так, призов 300 часов. Блин, от этих цифр аж плохо становится. Так, вы провели... Что это такое? 5000 часов. Это, блин, столько вообще есть в году? Я тут буквально живу, что ли? Что-то у них какая-то неточная, скорее всего, статистика. В течение года вы играли 322 дня. Учитывая, что их 356, так это что получается? Я вообще... Ну да, я, в принципе, приставку практически каждый день включал, но что-то мне от этих цифр аж плохо становится. Так, значит, локально. Это что такое? Это вот часы локальные, что ли, получается? Часы в сети. Ну, блин. Что-то даже не знаю. Если в Uncharted было 900 часов, как здесь может быть 700? Что-то как-то непонятно. Ладно. В общем, оставим это... На совести разрабов. Больше всего вы любите играть в это время, пятницу ночью. Ну, не я один, наверное. Так, вы получили 100... А, это даже не влезло, я так понимаю. Значит, это в сумме-то сколько получается? 1317 призов. 23 платины. 144. Ну, да, вот. Задроту есть чем гордиться. Так, вы загрузили, так, это 28 игр через PlayStation Plus, я так понимаю. Так, ваша экономия, ну вот экономия, кстати, не такая большая за год. Всего почти, даже 5000 получается, нет. Что вы больше всего играли в PS Plus? Ну, это, я даже не сомневался, Uncharted. Так, за последний год подписчики PS Plus, но это уже реклама идет от самой Sony, что они раздали. В общем-то. Так, спасибо вам за игру. Ваш титул в 2019 году Action Hero. Да, и вот потом по этой кнопке клацаем, и мне уже просто выдали эти призы. Да, вот, то есть там получается промокод. Ну, этот я уже погасил, который тут показывался. И, соответственно... Соответственно, получаем тему и аватарки. Ну, и смайлики, по-моему, там также идут. Если кто-то пишет сообщение через... Ой, PS Messenger. В общем, что у нас? 225 игр. Херова туча часов и херова туча призов. Поделитесь своими достижениями в Фейсбуке. Ну, в общем,
Можно твитнуть. Все, ништяк. Ладно, всем спасибо. Как бы ссылку я оставлю в описании. Можете посмотреть свою статистику, потом похвастаться. Ну, мне сказать или друзьям. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум, мы вместе бум-бум.